Всем доброго времени суток, уважаемая банда. Ну, как вы увидели по картинке, традиционно в какой-то момент времени пойдет небольшой разговор о воблерах. Почему его завожу? Практически как раз к разгару осеннего сезона, да, все знают, что осенью рыба нажирается, да, рыба хочет есть, рыба готовится к зимовке, что у нее, конечно, вызывает неподдельный аппетит. Вот. Ну и что? Много вопросов мне приходят. Вот, говорит, исчезли воблеры и тума. Для никого не секрет, фирма Coex приказала долго жить в условиях сегодняшних рыночных. Вот, в связи с ковидом и со всем. Плюс еще череда неудачных событий, да, предшествовала именно развалу фирмы Coex. Они пытались даже возродиться, но ихние компаньоны, да, там хотели их еще, грубо говоря, в Корее, да, хотели их, грубо говоря, еще и кидок сделать. От этого там они остановились, потеряли только часть денег, вот, и благополучно ушли в историю. Вот, но все помнят ихние легендарные воблеры с ихним качеством и самое главное цену этих воблеров, как они работали. Именно для дальневосточников эти воблеры практически стали идолом. Как бычок под каменчик. Вот. И вы уже видите такое интересное наблюдение, что не тума самба жива, уважаемые зрители. Почему обратил на это все я внимание? Потому что в какой-то период времени, вот, китайцы ее подделывают уже года 4, если мне память не изменяет, когда она еще была жива, да. Но подделка была не полностью достаточно хороша. Были, не было системы дальнего заброса, просто были шарики для шуршания, там, для звука. Но не было системы дальнего заброса. Они все это дело исправили, да, китайцы, и теперь их подделка, реплика на Итуму Самбу становится уже реальностью. Мы уже видим. Опа-на. А что мы видим? Мы уже видим точно скопированную систему дальнего заброса. У нее уже четко вымеренный вес. У нее уже неплохие окрасы, да, появились, да, сексуальные. Видим, натуральные. Вот. И самая главная банда. Цена всего этого удовольствия 70 рублей. Представляете? По сегодняшним дням Итума Самба 70 рублей. Вот, это уже с доставкой. Это уже в круг. Купить это вы все сможете, уважаемые зрители, посмотрев в описании, да, к видео. Там будет моя ссылка, где можно по 70 рублей купить Итуму Самба. Что могу сказать? Все очень неплохо. Она также является плавающей. Достаточно себе хорошая фурнитура. Хороший размер тройника, как бы вообще хорошенький такой. И мы видим, что хорошая цепкость вполне себе впивается в ноготь, видите, и его даже прокалывает. То есть это о чем говорит вся эта вот история, да? Что за эти, грубо говоря, 70 рублей вам вполне его хватит работать им как расходник. И даже когда затупятся тройники, да, в течение суток, вы даже не захочете их менять, просто выкиньте за 70 рублей приманку, утилизируете ее в костре, да, и дальше будете рыбачить. Вот такие вот дела. Приходит она вот в такой вот простецкой упаковочке. Вот я выбрал два самых таких сексуальных цвета для наших хищников. Вот. Самое главное, что вес у нее, самое ценное, что было в Итуме Самба, это система дальнего заброса и ее вес. Она летела как из пушки. Мы наблюдаем сегодняшний день 12,8, 84, ну неважно, округлим это все. 12-13 грамм, да, это очень хорошо. Почему я люблю самбу? Ты идешь осенью чисто на тайменную рыбалку, весь такой на чили, на позитиве, да.
рыбачишь там толстым шнуром, там ПЕ-3, ПЕ-4, да, там спиннингом там до 50, до 80 грамм, да. Ну и тут что-то там с тайменем не, как бы, ну, не складывается, да. Но охота половить там каких-нибудь жирных ленивых линков там по 3, по 4 килограмма, да. И ты просто берешь на эту снасть, да, с таким тестом, с таким толстым шнуром, ставишь самбу, и она тебе позволяет сделать пушечный высер под залом, под берег, да. И ты начинаешь ловить линков, не меняя снасть, да. Вот этот вес, эта система заброса, она именно в самбе дает это все, грубо говоря, исполнить. Вот. И в то же время практика показала, что таймени до 20 килограмм не отказываются от этого воблера, если он встанет прямо на их пути. Очень интересный воблер. И самое главное, конечно, по сегодняшним дням это 70 рублей. Ссылочка будет в описании под видео. Какой еще для вас я воблер, уважаемая банда, раскопал? Раскопал вот еще вот такой вот воблер. Он никак не подписан ноунейм, так же как и Тума Самба, тоже ноунейм. У китайцев на Алиэкспрессе это как-то обозначается. Вот. И скоро вы увидите видео, как я этими воблерами буду рыбачить. Тоже очень интересный воблер. Он, грубо говоря, будет аналогом замены наших известных тоннейших воблеров. Таких, например, как Смит Де Контакт и Тума Ровди. И Смит Де Инсайт. Да. То есть вес этого воблера и длина 65 сантиметров. Подходящая самая то для размера на линка и таймишонка, да. Вот. И самое главное, вес почти 8 грамм, 7,94. Это очень даже неплохо. В таком размере хороший вес. Если, допустим, в таком размере и Тума Ровди 6,7, ну, к примеру. Тоже проводил я эксперименты уже, то есть не просто так этот воблер показываю. Я его уже начально в ведре отпускал. Он играет именно на падении вот так вот. Сыплется. Точно такой же сып идет у Тума Ровди. Но, как мы знаем, что, допустим, Де Контакт Смит, он так не играет. Он просто валится, как листок с дерева в штопоре. Также Де Инсайт тоже валится в штопоре. То есть, или просто какое-то время падает, как топор без игры, потом начинает валиться. Вот. Сейчас мы это, грубо говоря, все эксперименты посмотрим. Ну что, уважаемые зрители, давайте сделаем небольшой эксперимент и посмотрим по плавучести, как эти воблеры плавают. Но, скажем так, с этим вот воблером все понятно, потому что и Тума Самба у нас в оригинале была абсолютно плавающей. Давайте посмотрим. Вот, можно опустить его. Чуть-чуть погружается и всплывает. То есть здесь мы видим, что так, шарик внутри катается. Если его на переднюю часть, видим, задняя часть всплывает. Перекатываем взад. Это шарик для системы дальнего заброса. Видим, что наоборот плавает верхняя часть, грузится. Все, все так же, практически, как в оригинальной Итуме Самба. Давайте посмотрим, как работает вот этот воблер. Воблеры вот эти не подписаны, они ноунейм. Но можно сейчас проверить. Воблер этот тонущий. Давайте посмотрим его игру на падении. Опускаем до воды. И отцепка. Если заметили, то у воблера идет вот такая вот игра. То есть он сыплется. Все четко заметно. Идет сып воблера. Это очень-очень хорошо. Также можно посмотреть, как и работает и Тума Ровди. Вот он. Точно такая же сыплющаяся игра. По-моему, даже больше активная.
Да, тоже сыплется. Ну, давайте еще раз посмотрим, как у нас на падении работает оригинальный Смит Деконтакт. Да, он у нас уже нифига не сыплется. Он уходит в штопор, напоминает нам падение обычного листа с дерева. Видите? Идет обычное падение листочка с дерева, штопор. Вот и все. Ну, давайте посмотрим, как у нас теперь на падении работает Смит D Insight. Тоже уходит в штопор. Да? Пытается первые несколько оборотов сыграть, потом уходит вот так вот в штопор тоже. Да, видно. Тоже проваливается. То есть нету четкой явно выраженной игры при падении. Да, надо отметить еще один момент, что данные воблеры уже с переобутыми более большими тройниками по номеру с более толстой проволокой. Но вам скажу одно, да, что с оригинальными тройниками они ведут точно так же. А вот The Inside, даже вот эти вот большие тройники придали более правильную игру при падении, более тяжелые тройники. Ну что, уважаемые зрители, посмотрели вы тесты в ведре, да? Здесь вы видите, что уже на Смите Деконтакте и The Inside тройники уже завышенные, более с толстой проволокой и тяжелые. Осталось мне их тоже попробовать. Будет ли у них какая-то интересная игра с такими тройниками, да, которая будет привлекать рыбу. Вот. Но самое, что интересно, мы видим, что у этого воблера хорошие характеристики, хороший вес, это значит будет хороший вылет, да. Это у него будет отличное падение, да, мы видим, что он сыплется на падении. У него, кстати, достаточно толстое сечение проволоки у тройника, что, допустим, в отличие от семейства Смитов, да, не будет резать губу, да, хищнику как раз нормально. И достаточно хорошие острые крючки, тоже очень-очень-очень, смотрите, очень-очень цепкие. Вот. Так что, я думаю, с этим воблером тоже все будет хорошо. Ну и самое главное, уважаемые зрители, цена 192 рубля. 192 рубля. То есть, какие цены у Смита Деконтакта, вы все, уважаемые зрители, знаете. И, конечно, 192 рубля. Меня это просто веселит, да. Но воблер-то ведь, смотрите, да. Чем он хуже? Чем он хуже? Чем он хуже Деконтакта? У него даже окраска сексуальнее, да. Мы видим. Смотрите, он просто огонь за свои 192 рубля, да. Есть, конечно, косячки в партии в виде вот не очень такой качественной покраски. Видим, как трещина идет. Но это не трещина пластика. Это как бы разъединение целостности вот именно вот этой покраски. Есть вот такие косячки по покрасочке именно у этих воблеров. Вот я заметил. Видите, такие вот разъезжается бакокрасочное покрытие. Но при этом все нормально. Вот такие вот два цвета я нашел очень сексуальные для нашего дальневосточного региона, для холодной воды, ну и для другого периода времени, как только будет жрать рыба. Вот в такой вот упаковочке он мне пришел. Самое что интересно, когда я доказывал эти два воблера, вот, и Тума Самба, их мне объединили в одну посылку. И ко мне в Хабаровск это все, грубо говоря, пришло в течение 3 недель бесплатно. То есть достаточно быстро. Если сейчас еще успеете заказать, то как раз на конец осени вы успеете овладеть более-менее адекватными, дешевыми и ловчими воблерами, которые, я не думаю, что чем-то уступят оригиналу. Не думаю, что это самбо будет сильно уступать. Оригинальный Итума Самба. Не думаю, что вот такой вот воблер будет чем-то сильно уступать Итума Ровди, да. Ну и либо
семейству там Smith The Contact и Smith The Insight. Обязательно я это проведу тесты на воде. Смотрите мое видео, да, вы увидите, как это я буду рыбачить и как рыба будет на них отвлекаться, подсекаться. Там я уже конкретно скажу, как это все происходит. Хорошие у них тройники, нехорошие, какая игра, какой вылет, какие нюансики будут происходить, да. Ну вот, такие вот делишки, уважаемая банда. Меня постоянно люди спрашивали, что, где, какие воблеры сейчас есть, какой аналог. Очень много вопросов на электронную почту, то есть и просто под видео спрашивают, какие воблеры сейчас можно купить подешевле. Ну вот видите, я тоже в поисках воблеров, как и вы, уважаемая банда, видите, тоже что-то покупаю с AliExpress, смотрю, мне нравится, смотрю на характеристики, покупаю, буду пробовать. Так, приобрести эти воблеры можно будет под ссылкой в описании к моему видео, кто желает, никого там за руку не тянет. Никто, да, грубо говоря, все желающие могут перейти, посмотреть, хотите, покупайте за эти деньги, хотите, не покупайте. Тем более, это покупаете у Алиэкспресса, а не у меня. Вот. Ну что, мое видео, уважаемые зрители, подошло к концу. Все, кому понравилось, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на мой канал, делитесь этим видео с друзьями. До свидания, до новых встреч.